Добрый. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад всех вас приветствовать на второй четвертьфинальной игре сезона КВН-93. Шестого сезона, шестого с момента, как наш клуб возобновил свою деятельность. Кстати говоря, все эти годы некоторые критики и критикессы, на мой взгляд, с маниакальной настойчивостью, утверждают, что КВН нынче день не тот, что он в кризисе, и может его и вообще вновь пора закрыть. Но несмотря на эти мелочи, КВН живет и здравствует, обзаводится каждый год новыми командами, вышел не просто на международную, а на межконтинентальную арену. Все это свидетельствует о том, что КВН нужен, нужен всем тем, кто в него играет, всем тем, кто за него болеет в этом зале, всем, всей той громадной аудитории телезрителей, спасибо вам, которые смотрят нашу передачу. Вновь переполнен большой зал Московского дворца молодежи. Музыка, свет, болельщики, судьи. У меня лично ощущение праздника, и я не могу не сказать в этой связи очень праздничную фразу. Мы начинаем КВН! Наша сегодняшняя игра некоторым образом связана с именем Владимира Владимировича Маяковского. И не столько потому, что в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Маяковского, но сколько потому, что Маяковский был не только большой новатор, революционный поэт, но еще и великий шутник. Но если новации нынче воспринимаются все труднее и труднее, а революционная поэзия и вовсе вышла из моды, то шутка и юмор, я думаю, актуальны и по сю пору. Значит, сцена сегодняшняя нашей КВНовская несколько загадочно оформлена, но, я думаю, футурист Маяковский согласился бы с таким оформлением. Самое загадочное в этом оформлении, на мой взгляд, вот табло. Я сейчас прошу ваше внимание, обратить ваше внимание на это табло. И самое загадочное в нем название играющих сегодня команд. Тут без моих комментариев, наверное, небольших комментариев, наверное, просто не обойтись. Итак, красивое английское название Dream Team. Под этим названием сегодня выйдет на сцену первая международная команда нашего клуба, которая объединила в себе КВНщиков из двух известных и популярных команд. Уральского политехнического института и Донецкого политехнического института. Вторая команда, простите, что я не с нее начал, просто сказать, все-таки девушки, но так написано, так нарисовано. Вторая команда из Новосибирска, в джазе только девушки. Тут я от комментариев воздержусь. Совсем скоро мы все это увидим и получим, безусловно, удовольствие. Ну и, естественно, вслед за девушками идут парни. На сей раз это парни из Баку. Итак, сегодня, как и в первой четвертьфинальной игре, практически представители трех государств выйдут сегодня на КВНовскую сцену. Три команды, и, если вы помните, мы договорились в этом сезоне, что из трех играющих путевку в полуфинал получают всего две. Какие, естественно, неизвестно, ведь не только поэзия езда в незнаемое, но вот в этом неизвестном решить эту, так сказать, задачу, ответ, который неизвестен, помогут нам настоящие, я уверен, ценители юмора и поэзии, настоящие, мне хотелось бы сказать в первую очередь именно это отметить, настоящие друзья нашего клуба. Я говорю о членах нашего сегодняшнего жюри. Ну вот, первый член жюри, берусь, так сказать, аргументировать в том, что это настоящий друг нашего клуба. КВН ведь существует не в его епархии, идет не по его
каналу, а он здесь с нами. Значит, друг, генеральный директор российской телерадиокомпании Анатолий Лысенко. Потрясающий друг, человек, актриса, режиссер, главный режиссер Московского театра «Современник» Галина Волчек. Вот теперь то, что называется старый друг. Старый друг, который лучше новых. Ну, может, он и не, так сказать, лучше новых двух, но, во всяком случае, друг надежный и хороший. Писатель, журналист Ярослав Голованов. Так, вот тоже друг нашего клуба. Правда, последнее время ходит налево, ходит в другие, в другую передачу, но приятно, что все-таки, сходив налево, возвращается к нам. Леонид Ярмольник. А вот этого человека, он мне давно признался в том, что он любит, знает, следит за КВНом, но в силу своей занятости в театре и в кино очень трудно его обычно доставать. Но сегодня он с нами, несмотря на то, что это редкий гость, мы его все-таки любим. Прекрасный актер театра и кино Сергей Шакуров. Ну что ж, сцена пуста, и мы ждем, когда все-таки все начнется, когда появятся команды. Если помните, Маяковский начал свою автобиографию словами «Я поэт, этим и интересен». И вот, ничтоже сумняшися, мы, в общем, в качестве темы приветствия выбрали такую тему. «Я КВНщик, этим и интересен». Команда «Парни из Баку». Бакинский плен, раз мужиков не хватка в сибирском КВН. После того, как парни с Урала объединились с парнями из Донецка, парни из Баку решили объединиться с девушками из Новосибирска. Нам показалось, что для мужчин это как-то естественнее. Так давайте поедем. Так давайте поедем в Сибирь на самолете. Нельзя. Вдруг какой-нибудь идиот угонит его в Монголию. А почему в Монголию, а не в Швецию? Я же говорю, идиот. Идиот-то, а? Энвер Баба, а что такое Сибирь? Сибирь, сынок, это такие богатые места. Там на каждого человека приходится по 5 килограммов золота и по 2 ящика алмазов. Почти как у нас в Баку. А почему почти? Баку все знают, где это все зарыто, а в Сибири все время забывают и ищут. Бахрам, а ты почему плачешь? Слонов жалко. Они в Сибири мерзнут, а? Бахрам, но в Сибири же нет слонов. А вот уже замерзли, да? А вдруг новосибирские девушки не захотят с нами объединяться? Ничего, если невеста не согласна, да, а не согласна. На этот случай есть один старинный кавказский беспроигрышный обычай. Где-то на белом свете, там где всегда жара, знает обычай этот, даже детвора. Хочет чинить чиниться, девушка не идет. Он пойдет топиться или украдет. Ла-ла-ла-ла, у-и-и. Чиги-таку найти. Раша укрепляет брат. Скажет вам любой кунак. Здравствуйте, пан Матвей, здравствуйте. У меня к вам одно маленькое, но очень ответственное поручение, да? Короче, Жириновский. Что надо делать? То есть тут, понимаете, одна команда, да? В джазе только девушки называется. Были в джазе много девушки и будут в гареме только девушки.
А почему у тебя в гареме только девушки? А потому что он с ними только джазом занимается. Да я тебя... Прекратите ссорить. А Шурик нам не помешает, а? Тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Позвольте представить, Шурик Масляков. А это кто с ним рядом? Это жюри. Бамбарбия, Киркутуб. Слушай, Ярмоник спрашивает, слушай, что он сказал? Он сказал, если они не поставят нам 5 баллов, он их зарежет. Шутка. Шутка. Итого уже 2 шутки. Прекратите ссориться, понимаете ли. Это мы цивилизованные люди приехали играть в КВН. Наш Шурик привык соврать КВН и тосты. Тосты в жюри. Я бы жил в Москве, ел икру, пил коньяк, ездил в БМВ. Но ведь нам, султанам, при таких делах сколько бед и забот, ай, спаси Аллах. Ла-лай, ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла. Что ни день, то скандал, каждый день ЧП. Президент, импичмент, суд, ГКЧП. Я как мудрый султан дать совет могу. Тоже нам, султанам, лучше жить могу. Ла-лай, ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-лай, ла-лай. А давайте пригласим новосибирских девушек к нам в Баку, где мы особенно интересны, а? Чем же мы им можем быть интересны? Знаете, как у них в Сибири много зарабатывают. А что же им еще остается? Знаешь, сколько в Сибири стоит один помидор? Тогда почему у нас в Баку так много зарабатывают? Я что говорю, знаешь, сколько у них в Сибири стоит один помидор? Бахрам, а откуда у азербайджанцев в России так много фруктов? Алла, Чехова читать надо. Как он сказал, вся Россия наш сад. Наш! Какие в Баку мерседесы? А какие в Баку рестораны? А какие... Подождите, Азик, у тебя есть мерседес? Нет. Самира, у тебя есть ресторан? Нет. А Бахрам, а ты фруктами торгуешь? Нет. Так что в Баку ни у кого этого нет? Почему ни у кого? Только у тех, кто играет в КВН, ничего этого нет. Тогда чем же мы можем быть интересны сибирским девушкам? А, ну? А может быть этим? Вот! Что это? Знамя! Сам спас! Через все границы на себе нес! Какое знамя? Знамя СНГ. Но мы же не входим в СНГ. Да. Ошибаетесь! СНГ – это совершенно независимое государство. А таким государством является КВН. Свободными гражданами государства КВН мы все являемся! Девушки, любите нас, шахтеров из ДПИ, политехников из УПИ, академиков из тайги и особенно парней из Баку. За то, что мы КВНщики. Этим интересны. КВН играют всюду, от Сибири до Баку. И теперь поэты будут свет приравнивать к штыку. Чем же все здесь интересны, интересны только те, что собрались и играют. Если звезды зажигают, значит это КВН. Снова в этом зале нас вы увидали, снова в этом зале парни за эспер. Звучит московский, даже маяковский. Снова КВН один на всех. Снова три команды, три зимы, дерманды, три солиста в хоре, это не беда. Главное, что дружно, то, что всем нам нужно. А кто будет первым, ерунда. Главное, что дружно, вот что всем нам нужно, а теперь все дружно.
А теперь приветствие команды «В джазе только девушки». Те, кто помнит эту команду по выступлению на фестивале КВН в Воронеже, конечно, догадываются, что под этим новым названием скрываются кое-какие знакомые лица из новосибирской команды, в свое время дважды завоевывавшей звание чемпиона нашего клуба. Тем не менее, сейчас и зрителям, и жюри предстоит оценить эксперимент, подобно которого ни в одном сезоне не предпринималось. Итак, я КВНщица, этим и интересно. Команда КВН «В джазе только девушки». Четыре штуки в ряд, а люди про нас говорят почас, что это не женское дело джаз. Гвозди бы делать из этих людей, может, больше бы стало гвоздей. И завистью в западном мире кричат на богатство Сибири, на небе уголь, на природе. Вас приветствует команда «В джазе только девушки». Мы КВНщицы, и этим интересно. Ну почему только этим? Я думаю, этим тоже. Да, девочки, как только мы стали КВНщицами, мужчины снова начали обращать на нас внимание. За мной, например, вообще миллионер ухаживает. Миллионер? А заводы у него есть? Да, три. А фабрики? Да навалом, две. А куртка кожаная у него есть? Куртки нет. Да какой же он тогда миллионер? Девочки, за мной сразу два ухаживают. Один такой красавец, интеллигент, умница. Но у него есть недостаток, у него огромные уши. А другой, наоборот, военный. Такой всегда при параде, весь лампасы тут, или как это у них называется. Но у него тоже есть недостаток, у него тоже огромные уши. Девочки, я прям не знаю, может, это со мной что-то не так, а? Да. Тяжело жить стало. Я вчера пошла в магазин за хлебом. Ну, взяла-то всего 6 килограмм бананов, телятинки, юбку кожаную, и корки там на вечер прикупила, и пол зарплаты как не бывало. Ну, что ты хочешь? Гиперинфляция. Стагнируем. Что такое гиперинфляция? Ну, это когда даешь в магазине 100 рублей, а на сдачу тебе дают уже 200. Ой, какая прелесть. Девочки, а где наши новенькие консерваторки? Девочки, вы что, с каблуков упали? Почему опаздываете? Ой, мы с Дафной, понимаете, в ресторане по пирожным прикалывались. Я после второго выехал, а Дафна после пятого. Нам официант сдачу не додал. Ну его, конечно, по башке, хрять по почкам. Через бедро бросил и на удушающий. Дафна, Дафна. В общем, неловко как-то получилось. Жозефина, а ты зачем с собой дуду притащила? Это не дуда. Это саксофон. Понимаете, курить бросила, привычка осталась. Стой попробовать, а? На, только не в затяг. Девочки, соберитесь. Ведь сегодня мы встречаемся с мужчинами. Ох, душечка, когда я смотрю на тебя, я всех мужчин воспринимаю только как соперников. А это и есть соперники. Дрим, дим, дим, дрим. Мы вас любим и хотим расцеловать на сцене и в мечтах.
Это кого это мы там расцеловать хотим? А как же наши сибирские парни? Наши парни обыскали всю Сибирь вокруг и поехали в Баку искать себе подруг. Им отказа нет нигде до тех пор, пока в Москве парни из Баку. Я так давно мечтала работать в хорошо организованной женской джаз-банде. Да, это такая романтика. Челок на голову и вперед. Девочки, а вам не кажется, что наши новенькие какие-то странные? Я думаю, они токсикоманки. Точно. Я вчера сама видела, как они пронесли в номер какую-то канистру. Девочки, по-моему, они пьют бензин. Happy birthday to you! Happy birthday! Девочки, да что с вами сегодня происходит? Как? Вы ничего не знаете? Подержи. Ведь сегодня день рождения великого В.В. Маяковского. Мы симпатичные чертовски, джаз влюблены всей душой. Это про нас Маяковский как-то сказал хорошо. Часто влюблялся он в женщин, строчкой не нажил рубля. В общем, он был КВНщик, так же, как ты или я. Пускай он не играл в КВН с нами никогда, не участвовал в разминке, не вставал в наш круг. Но знаем точно мы, если вдруг он попал сюда, он бы джаз сыграл на флейте водосточных труб. Да, девочки, а мне начальник предложение сделал. Ой, счастливая, а как это было? Ну, как это бывает. Зашел ко мне и говорит: увольняйся, говорит, Лариса, к чертовой матери. Ну что ты, душечка, не расстраивайся. У меня для тебя есть отличная работа на добу. Какая? Снег с крыши сбрасывать. Ой, мужчины, они бывают такими грубыми. Я теперь с ними на улице даже не знакомлюсь. А почему? Да я их и так все знаю. Так уж и всех. Да, всех. И Александра Васильевича знаешь? Да. Он чем-то напоминает мне джаз. Ах, этот старый, добрый джаз. Провезу страну разгул весенний, у котов на крыше под трубой. И выходят парами олени на последний самый смертный бой. Глухари воюют до победы, петухи дерутся до конца. Только людям нужен референдум, чтобы найти сильнейшего самца. А у нас сегодня джаз, это раз. Все на пасти трын трава, это два. И исключая только джаз, снова раз, раз, еще раз. Пришла весна, всем не до сна, всем не до сна. Парламент принял ряд законов. Шурчит крыс, и спит барсук, и тает мясо на балконах. И мы весной нашим мальчикам сказали, что в КВН играть без мальчиков пора. Кричали мальчики, кричали мальчики, ура! 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 И в воздухе бачек раздали. Наконец, свое приветствие готовится показать команда Dream Team.
Вот я говорил, что под этим названием, романтическим названием, объединились две команды. Я был не совсем прав. Есть смысл, наверное, говорить о синтезе трех вполне, так сказать, самостоятельных коллективов. Это команда КВН Донецкого политехнического института, команда КВН Уральского политехнического института и редакция екатеринбургской юмористической газеты «Красная Бурда». Таким образом, в лице этой команды в рамках нашего клуба как бы вновь воссоединились Украина с Россией. Итак, команда КВН Dream Team. Dream Team. Но почему именно Dream Team? Ну, потому что Dream Team – это очень классное нерусское название. Вообще-то мы свою команду хотели назвать Монтана, Team Spirit, Спирт Рояль, Спикер Хасбулатов. Но Dream Team нам показалось, ну, очень нерусским названием. Сегодня на сцене девушки из джаза и парни из Баку. Улавливаете? Да. И пусть эти девушки из джаза не думают, что если они КВНщицы, то только тем нам и интересны. Да нет. Я ж не об этом. Я говорю, что если сейчас на сцене девушки из джаза и парни из Баку, то самое время появиться... мужьям! Из командировки! А то без Нальчике командированный с рождения народ. Куда не бывшие в употреблении, гораздо лучшие мужья. Просты в работе мы и управлении, и никогда вам не поймать меня. Лови меня, моя родня, пока еще пробег по 30 у меня. Лови меня, держи меня, командировку скоро вновь уеду я, уеду я. Муж из командировки – самое опасное существо. Ведь отсчет от командировки напоминает отсчет наемного убийцы. Точно, о, 15-го прибыл, 18-го убыл. Когда я из командировки возвращаюсь, я жену сразу в форточку высовываю. И мне весело, и она от этого ну просто торчит. Ребята шутят. Эта шутка построена на двойном смысле глагола торчать. Торчать в смысле из форточки, и торчать в смысле получать наслаждение от того, что торчишь из форточки. Продолжайте. Моя только что звонила. Говорит, милый, бросай все, срочно возвращайся. Что-то случилось? Нет, но с минуты на минуту да. Я ее спрашиваю, что новенького? А она, ничего, ты, говорит, всех с прошлого раза знаешь. А я своей жене из командировки презент привез. Что, не смог использовать? Да не в том дело, просто я говорю, иду по улице, гляжу, проститутка стоит. Ну я же, конечно, подошел, даю ей 10 рублей, а она? Она говорит, дай бог тебе здоровья. А вот моя жена мне еще ни разу не изменяла. Ну ни с одним порядочным человеком не изменяла. Все какие-то козлы попадаются. Так я же за них уже 5-й год боюсь домой вернуться. Это почему? Ну, у нас
13 этаж. Убьется же мужик. Командировка! Командировка! Ночь! Улица! Фонарь! Аптека! Слышу крики, бьют кого-то. Ногами в живот. И главное, голос такой, да более знакомый. Обернулся. Меня! А вот я, например, без шоколадки в командировку ни ногой. В приемную захожу, секретарше шоколадку на стол. По попке ее похлопал. А зря, пылище поднялось, аж слезы из глаз. А я как-то возвращаюсь из командировки, звоню в дверь. Жена открывает, говорит, вынеси ко мне мусор, но не ведро. Обнаглела? Точно. Я сразу все понял. Жену в подъезд, в квартиру, гранату. Бабах. Жена как заорет, ты что, говорит, там же мать моя. Юбилей справляет. А я захожу и точно. А гостей-то гостей. Кажу, чуть не плачу. Что наделал, а? Да. А, все бутылки в дребезги. У меня тоже сосед сверху. Сочувствую. Я не о том. У него такая собака огромная. Нас уже два раза затапливала. А вижу, да. Где это? Ну? Это кот наплакал. Ого. А я в командировку больше не поеду. Что такое? Да вот приехал, а жена моя, Нюрка, негритеночка родила. Лопух ты, Коля. В этой шутке высмеивается черный юмор, который до сих пор еще нигде не высмеивался. Но это дело поправимое. Да, странный мы народ, командировочные. Да, странные, но тем и интересные. Обычно после этих слов идет черная песенка. Посмотрим. Отцу пришел получить ответ. Только рот открыл, сынок, а папаши нет. Плохо, что с открытым ртом он остался жить. Хорошо, что в армию не пойду служить. Муж командировочный в доме свет чинил. Крошка, сын, нечаянно лампочку включил. Так соединились в доме провода. Больше не уедет папа никуда. Все, хорошая командировка. Хватит о бабах. Под фразой «хватит о бабах» следует понимать, что в этом месте должен быть переход к шутке на другую тему. Однако перехода-то у ребят и нету. Обычно в таких случаях пользуются фразами типа... Кстати, а вы слышали? Джентльмены, а вы знаете? И? Обидно, да. Продолжайте. Я решил с командировками завязать. Киоск себе купил. Окно пошире сделал, чтоб лицо было видно. Сижу, торгую. Нашел время! Коммунисты уже голову поднимают! Ничего, еще месяц-другой, и они научатся ее держать. Ути-пути. Да бог с ними! Вы посмотрите, как изменился образ советского человека. Да, теперь русский мужик пьет баночное пиво, питается только сникерсами. И носит дольчики. Да, ну это наши проблемы. А как у вас на Украине? А у нас на Украине так. Вот рассказывают, что Кравчуку жена как-то и говорит. Ага. Леня, ты
Тебе ночью что-то страшное снилось. Ты кричал во сне. По-русски разговаривал. А как, скажите, вы считаете, кому должен принадлежать Крым? России или Украине? Эти нам, тетарам, все равно. А нам, хлопчик, не все равно. И в это смутное время, когда все разъединяются, мы решили объединиться. Ну почему именно Донецк и Екатеринбург? Ну как же, у нас так много общего. Даже название городов похоже. Ну да. Ну вот слушайтесь. Донецк. Да. Екатеринбург. Да. 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 Нет, ничего общего, а? А в этой шутке нет ни грамма шутки, потому что все это чистая правда. А дружба, она и в Африке дружба. Мы из Донбасса, а мы с Урала. Нас КВН подружил, чтобы он так жил. Металл и уголь, бензин и сало. Союз такой не сокрушил. Металл и уголь, бензин и сало. Союз такой не сокрушил. Ах, эти девушки из джаза. Команда нашей мечты, так сказать, Dream Team. Вот им бы к нам и стали сразу. Союз такой не сокрушим. Вот и бы к нам и станет сразу. Союз такой не сокрушим. Наш талисман и вин двухглавый дитя украинско-русской шириной души. И если спелись Донбасс с Уралом, союз такой не сокрушим. И если спелись Донбасс с Уралом, союз такой не сокрушим. Каковы оценки? Максимальная оценка 5 баллов. Давайте в порядке появления команд сегодня на сцене. Команда «Парни из Баку», прошу. 4, 5, 4, 4, 5. Спасибо. Команда КВН «Девушки из джаза». 4, 4, 5. 3, 4. Спасибо. И команда Dream Team. 5, 5, 4, 5, 5. Спасибо. Подсчитываются оценки. Кто-то слова. Анатолий Григорьевич, пожалуйста, Лысенко. Я бы согласился с теми критиками и критикессами, коих так упорно топтал Александр Васильевич. Нет, я очень скромно передачи, топтал, в отличие от них. В том, что КВН действительно не тот. И это приятно. Наверное, тем он и интересен, тем, что этот сезон он не тот, и команды, которые мы увидели, несколько не те, к которым мы привыкли. Я бы сказал, что сегодня КВН экспериментальный. Вот сегодня все эти три команды пели гимн КВНщине. Мне показалось, что КВНнее и интереснее с точки зрения КВН была команда Dream Team. Ну и теперь общая оценка за этот конкурс. Пожалуйста, Лена. За приветствие команда «В джазе только девушки» получила 4 балла. «Парни из Баку» 4,4 балла. И Dream Team 4,8. Спасибо. Первые итоги. А теперь
А вот теперь разминка. Надо сказать, что сам Маяковский великолепно умел задавать парадоксальные вопросы и прекрасно на них отвечал. Ну вот, чтобы ввести всех вас в разминку, которая сейчас должна состояться, и напомнить командам, скажем так, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Вот значит, это кому-то нужно, в вопросе обязательно должна звучать фраза, обрисовывается ситуация, и через 30 секунд ответ. Кому, зачем, почему, как и так далее. По жеребьевке, чтобы не было обид, первыми задают вопросы Dream Team бакинцам. Ну, раз бакинцам, тогда так. Если у девушки красивые высокие ноги, то это кому-нибудь нужно? Пошел секундомер. Повторить, если можно. Если у девушки высокие красивые ноги, если у девушки высокие стройные ноги, то это кому-нибудь нужно? Это нужно парням, которые носят их на руках. Так, свой ответ, пожалуйста. Если у девушки высокие стройные ноги, то это прежде всего нужно самой девушке, чтобы высокие резиновые сапоги не закрывали дольчики. Спасибо. Пожалуйста, бакинцы, девушкам вопрос. Если в независимых республиках вводят свою валюту, то это кому-то нужно. Прошу, повторяйте, пожалуйста, вопрос. Если в независимых республиках вводят свою валюту, значит, это кому-то нужно. Валюта, она же женского рода. И как всякая женщина, она любит быть независимой. Спасибо, золото. Больше нет вариантов? Нет, тогда свой вариант. Это нужно всем. К примеру, за один азербайджанский манат в Москве дают 10 рублей. А вот на Нью-Йоркской бирже дают 2 шалабана. Спасибо. На мой взгляд, девушки были не то что остроумнее, но так вроде как-то и... Что, еще ответ? А, вопрос, пожалуйста, ради бога. Я как-то, глядя на вас, нить немножко теряю. Извините, а кому мы задаем? А кому? Хотел сказать, я кому хотите? Нет. Вот этим, вот этой группе молчаливых в центре. Пришла весна. Поют соловьи, чирикают воробьи, крякают утки. Значит, это кому-нибудь нужно? Вы повторяете вопрос, а не подойдете. Нехорошо опаздывать. Веселый парень вышел. Так, пожалуйста. Пришла весна. Поют соловьи, чирикают воробьи, крякают утки. Значит, это кому-нибудь нужно? Это нужно миллионам российских любителей животных. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, свой ответ. Это нужно вам всем, влюбленные. Ведь если перед поцелуем вы сложили губы уточкой, то после поцелуя не забудьте крякнуть. Спасибо.
Следующий вопрос будет вам, Александр Васильевич. Это зеркало. Зеркало от синей Вольвы, которое стоит рядом со служебным входом Дворца молодежи. Это кому-нибудь нужно? Если бы это были не девушки, я сказал, ну и шутки у вас дурацкие, но я такого сказать не могу. Давайте выясним все-таки. Это нужно разве что только тем ребятам, которые только что угнали синий Вольво от Дворца молодежи. Спасибо. Я думаю, ясно все. Спасибо большое командам за сегодняшнюю разминку. Спасибо. Отдохните, пожалуйста. А мы разберемся с нашими уважаемыми судьями. Я хочу напомнить им, что максимальная оценка за конкурс «Разминка» 6 баллов. Пожалуйста, попрошу приготовить, показать оценки за разминку команде Dream Team. Максимальная оценка 6 баллов, повторяю. Так. 4, 5, 5, 5, 4. Спасибо. Оценка команде «Парни из Баку». 4, 4, 4, 4. Все судьи 4 балла. И оценка команде «В джазе только девушки» за конкурс «Разминка». 5, 4, 6, 4, 5. Спасибо. Команда «В джазе только девушки» получила 4,8 балла. «Парни из Баку» 4 балла. «Dream Team» 4,6. Итого, девушки 8,8. «Парни из Баку» 8,4. И «Dream Team» 9,4 балла. Спасибо. Так, две главы, два конкурса в нашей, такой, так сказать, КВНовской поэме уже написаны. И теперь перейдем непосредственно к литературному творчеству, то есть к нашему следующему конкурсу, традиционному для четвертьфиналов, литературный экспромт. Ну, такое кулинарное направление решили мы избрать сегодня для этого конкурса, пометуя, наверное, строчки Маяковского «Ешь ананасы, рябчиков жуй». Я не буду продолжать. Ананасы, рябчики навеяли, стало быть, нам вот кулинарную тематику в этом конкурсе. За 2 часа до начала сегодняшней игры, до того, как выйти на сцену, каждая из команд предложила свой продукт или свое блюдо для общего стола. Стало быть, вот я записал, бакинцы предложили хлеб, новосибирцы царь-плюшку, Dream Team сладкие палочки. В общем, все такое мучное и кондитерское. Такое. И теперь каждая из трех команд расскажет, что же из всего этого можно сделать. Итак, литературный конкурс «Кулинарные советы». Пожалуйста, не торопитесь крутить ручки своих телевизоров. В КВН, как вы знаете, часто бывает все наоборот. Может быть, поэтому сегодня рассказ о литературном конкурсе мы решили начать с конца, то есть с комментария жюри. Вообще, очень трудно, Саш, судить, потому что действительно эти инновации с девушками, они... Отвлекают. Отвлекают очень значительно. В команде девушек были замечательные шутки. А главное, это было все как-то очень срежиссировано, это было телевидение все-таки. Раз член жюри назвал телевизионным конкурс новосибирской команды, то именно его мы и покажем в нашей телевизионной передаче. Хотя, замечу, и выступления двух других команд сегодня были вовсе неплохие. Итак, мы начинаем наш литературный конкурс, Эль-конкурс. И приветствуем вас в нашем Эль-клубе. Меня зовут Эль Вова, а вас как? А какая вам, Эль, разница? Я уже чувствую, игра будет очень интересной. Итак, настала пора выбрать участников. Первый вопрос. Сколько стоил Сникерс в 1992 году? 160 рублей. 200 рублей. Уникальная ситуация. Обе участницы правильно назвали цену.
Вот и определился состав игроков. Давайте познакомимся. Так где вы работаете? Я работаю на телевидении. Пикаю в программе «Не забудьте выключить телевизор». А я на радио. Передаю сигналы точного времени. Итак, вопрос первой участницы нашей игры. Сколько лет вам будет в 2020 году? Неправильно! По условиям нашего конкурса вы выбываете из игры. А на память о нашей встрече вы унесете домой две банки пустилата. Его можно разводить водой, можно молоком, все равно цвет будет один и тот же. Лично я беру домой каждый день по баночке. Итак, все-таки вам я дам еще один шанс. Пройдемте в наш КВН-ресторан. Судя по предложенным блюдам, хлеб от Баку, сладкие палочки от Dream Team и царь плюшка от девушек из джаза, команды закончили один и тот же кулинарный техникум. Ну что ж, хлеб есть, начинаем зрелище. Как говорится, хлеба налево, девочки направо. Итак, мы предлагаем слоеный пирог совместного производства трех КВНовских команд под девизом «Ешь ананасы, рябчиков, жуй». Со стороны Баку и Донецка ананасы, рябчики, с нашей стороны жуй. Хлеб положен в основу нашего пирога, поскольку хлеб всему голова, лапша всему уши, а палочки всему ноги. Многие думают, из чего же пекут хлеб? И они правы. Второй слой нашего пирога образуют сладкие палочки. Это традиционное блюдо эскимосов. Оно традиционно отсутствует на их столе. Палочки укладываются в пирог квадратным гнездовым способом, образуя ячейки, куда очень удобно вкладывать ваучеры. Этот слой заливается грузинским чаем, в котором тоже много всяких палочек. Кстати, недавно я был в музее сладких палочек и видел там картину «Царь Иван Грозный убивает своего сына сладкой палочкой за то, что тот не купил хлеба». А можно я передам привет своему милому? Пожалуйста. На крутом ты замешан тесте, сладко пел ты мне шинанан. Сладкую палочку ели вместе, горькую палочку я одна. Венчает наш пирог еще не остывшая царь-плюшка. В древности царь-плюшки скидывали с крепостных стен на головы врагов, после чего у них навсегда исчезало чувство голода. Хранилась царь-плюшка обычно в зимнем, потому что холодильников тогда не было. Совсем недавно выяснилось, что народовольцы покушались не столько на царя, сколько на плюшку. При советской власти на смену царь-плюшки пришел генеральный секретарь Сушка и председатель Совета министров Печенюшка. С тех застойных времен у народа осталась только больная печенюшка. Царь-плюшка – лакомый кусок. Кому он достанется, определит референдум. В целом пирог представляет собой сложный гастрономический агрегат. И толстый, толстый слой, чего надо. Сверху пирог украшен свечами по числу цилиндров. Всем своим видом пирог как бы говорит: не ешь меня, я тебе еще пригожусь. Итак, пирог готов и крем с ним. Ваше время истекло. Ваше время истекло, но я даю вам еще один шанс. Вы должны исполнить песню для зрителей в зале под фонограмму «Минус один». Это означает, что я петь не буду. Меня и так все любят. Этот конкурс просто мука, а еще точнее мука. Детка, девушки, а ну-ка ешьте хлебушек пока. Не могли Баку с Dream Team предложить нам апельсин? КВН вы превратили просто в хлебный магазин. А быть может, вы хотели, чтоб вы страшно растолстели, чтоб мы жутко растолстели, словно облако штана. Ага! Мы во
сразу раскусили, ничего у вас не выйдет, и теперь не отбирайтесь, с вас звонящий кабина. Спасибо. За литературный конкурс команда «В джазе только девушки» получает 4 балла, «Парни из Баку» 4 балла и «Dream Team» 3 балла. Итого, «В джазе только девушки» 12,8, «Парни из Баку» 12,4, «Dream Team» 12,4. Ну что ж, игра, или я уже, так сказать, смело называл то, что сейчас происходит, поэмой, в общем, приближается к своему завершению. И в конце, конечно, хочется сказать что-то главное, самое важное. И такой глобальный, всеобъемлющий вопрос у Маяковского есть. Он нам знаком всем, так сказать, с самого раннего детства. Короче, тема домашнего задания – что такое хорошо и что такое плохо. Команда КВН «Dream Team». В редакцию нашей газеты «Дело дрянь» приходит множество писем. Вот одно из писем из разных уголков нашей страны. «Что такое хорошо и что такое плохо?» спрашивает нас лесник Н из Энского лесничества. Мы решили сразу же отправить нашу группу экспертов в это Энское лесничество, чтобы все их дрянности и пакости разложить по полочкам и разнести по кочкам. Плохо, хорошо. Плохо, хорошо, плохо. Ну хорошо. И самое время подвести итоги сегодняшнего дня. Что у нас плохо? И что хорошо? Поэма Маяковского. Хорошо. У Шуры шары. Хороши. Мертвый индеец. Хороший индеец. Кому на Руси жить? Хорошо. А плохо? Без Лехи. Без Лёхи плохо. Ох, Лёха, Лёха. Бабушка, бабушка, как здоровье? Плохо. А вот это вот, Шинана, да, опа, опа, шинана. О! Очень плохо. Шинана плохо. Да я тебя шучу. Да ладно, бросьте вы, мужики, что это? А чего он бурчит? Это не я бурчу. Это вода здесь такая в болоте. Говорят, волшебная. Хлебнешь с того болота, а в животе так и крутит, хорошо. А главное, кипятить ту воду нельзя. Волшебные свойства пропадают. Плохо. Плохо. Что такое? Я медведя встретил. Я вправо, и он вправо. Я влево, и он влево. Я так прямо стал, а он то вправо, то влево, то вправо, то влево. Шатун! Ой! 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 Ай! 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 Эй! Я натюрлик! Das ist fantastisch, Herr Offizier! О! Эхо войны! Плохо! Плохо! Все! Хватит! Я местными чудесами сыт по горло! Да, пусть начальство приезжает и само разбирается, что здесь хорошо, а что здесь плохо. Плохо. Так, плохо, 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 плохо. Ну что, хорошо. Хорошо. А меня жена поди заждалась. Ждет и думает, не зашиб ли кого мой соколик. Там к вам идут. Как дела, морской конь? Что-то прострелило меня сегодня. Кукушка, кукушка, сколько мне жительства? Ай, на кого ж ты нас покидаешь, родименька? Вот, значит, как. Ну, ладно. Если я не вернусь, считайте меня до 5. Потом идите искать. Ха, я все сказал. Последнее интервью
перед отъездом. И передай нашим, что все свои сбережения я перевожу из России на Украину за 24 часа с доплатой 300%. О, хорошо, капкан сработал. Хорошо. Вы чё, мужики? А мы не мужики, мы муравьи, только очень большие, очень. Здорово, соколики. Здорово. Здорово, коли не шутишь. Конечно, шучу, чтоб вас стошнило. А звать-то тебя как, дед? Сидоровы мы. Ага, значит, вас тут много. Да нет, один я. Фамилия моё такое, Сидоровы мы. А лет-то тебе сколько, дедушка? А вот ты скажи, сколько мне лет, а? Ну, лет 80 поди и будет. Вот оно как. Значит, старый я уже. А ты жизнь прошла. Не пойму, вот как вот ерунда какая-то. То эти муравьи-великаны, то медведи-шатуны, да и собаки какие-то вот кривоногие. Так они у нас со времен Золотой Орды кривоногие. Это страшное дело. Дедуля, а как отсюда вообще-то выбраться? Можно? Да чего, можно. Ух ты, инопланетяне шалят. Вот давеча нашего кузнеца к себе забрали. Забрали такие. О, даже вякнуть не успел. Хотя не, вякнуть успел, только вот это вяк и забрали. Дедушка! А до автобусной остановки как добраться, а? Ну уж это дело не хитрое. Только извини, забыл я, о чем ты меня спросил? Ой! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы-то что, господи? Староверы мы! Будь готов, всегда готов! Будь готов, всегда готов! Скажите нам, староверы, как нам отсюда выбраться? Так а на кой выбираться-то вам? Оставайтесь с нами, водку пить, телевизор смотреть, в денди играть, в денди играют все! Играй! Моя милка удалася красотою броскою! В фильме ужасов снялася, получила Оскара! Взял я мыло в бане и шуруп в него вкрутил. Больше мой папаня в баню без отвертки не ходил. Как-то я кило горчицы взял и высыпал в компот. И с тех пор твою сестрицу никто замуж не берет. Кто ты, человек? И что у тебя с лицом? Зовут меня Лесной Дьявол. У! Только бояться меня не надо. И не надо меня пугать. А что у меня с мордой, я сейчас расскажу. Выпил я как-то пузырь жвачки. Выдул я как-то пузырь водки. Ну, выдул. Иду по лесу. Вдруг, что такое? Я навстречу. Взяли мы вторую. Сидим на пеньке. Распеваем. Тут я подошел. Смотрю, что такое, мужики? А ну, пошли всей толпой ко мне. Пока меня дома нет. Пришли, жена борща налила, водки поставила. В общем, сидим, отдыхаем. Тут я подтянулся. Меня встретили, в центр стола посадили. Сидим, песни поем. Вдруг
стук в дверь. Я думаю, что такое? В это время кроме меня никто не может прийти. Жена дверь открывает, точно я с работы пришел. А она вокруг меня бегает. Хозяин! 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 Я думаю, ну я тебе сейчас дам, хозяин. Слово за слово драка началась. А в это время мимо дома как раз я проходил. Слышу, что такое? Шум у меня в квартире. Поднялся, точно меня бьют. Хорошо, мы вдвоем со мной были. Ну, ввязались и давай им морды мять. Тут милиция понаехала, два автобуса. Первый автобус набили до отказа, второй набили до отказа. В общем, всех повязали. Один я убежал. Что такое у меня с галстуком сегодня? Вот так. Ну, я пошел. Хорошо, что я от пьянства закодировался. А главное, код такой же, как на подъезде. 358 и держать не отпуская. Ну да, это хорошо, что ты такой с характером самостоятельный. А я вот своих детишек тоже с измальства к самостоятельности приучаю. Там горшки выносить, пеленки постирать. Жаль только, нет у меня детишек-то. Да вы что, я с вами через 5 секунд с ума сойду! 1, 2, 3, 4, 5! Время! Начинаю про Ленина рассказ! Вертолет! 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 Эй! 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 Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Я никому не скажу, что вас видел. Слышишь голос где-то? Слышу. Эхо это. Но ведь эхо голос мой. На вопрос любой, что летит с ответом. Знаешь, все непросто. В жизни есть вопросы, где нам не найти ответ. Просто смысла нет. В существе вопроса. Плохо, что и что хорошо. Не ответит точно никто. То, что хорошо сейчас, может через час называться плохо. Мир не черно-белый. Миру нету дела, что мы легкою рукой пополам его разделяем смело. Красный мир и желтый, синий и зеленый, словно море голубой. Вот он, брат какой, видишь, радуга. Что такое хорошо и что такое плохо,
Домашнее задание, команда КВН «Парни из Баку». Опять сменяет эпоху эпоха, опять у всех ни гроша за душой. Нам хорошо от того, что нам плохо, и очень плохо, когда нам хорошо. Мы будем петь и смеяться, как эти, и будем жить и любить мы, как все. Мы всех темнее, когда мы при свете, и всех светлее, когда мы в темноте. Мы обойдемся без литературы, восторгом сменим кино на порно. И на остатки великой культуры положим Сникерс огромный, как бревно. Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер всем, кто пришел сегодня в центральный дом кинщика! Ой, простите, в центральный дом банщика! Любимое место нашей интеллигенции! Хозяином этого любимого места является Соломон Юлевич Гуськин! Сегодня в нашей бане большой праздник в двух отделениях. Мужское отделение буду вести, а? А женское отделение? А женское отделение буду мыть. О, простите. Женское отделение буду вести я вместе с моей очаровательной партнершей Таней Мишиной, президентом Догилев-центра. Итак, начинаем праздник вручения ежегодного элитарного приза «Золотая шайка». Итак, начинаем церемонию. Если прикрывается портфелем, значит министр. А министр. Почему голый? А если голый, значит министр культуры. Скажите, пожалуйста, чего сейчас не хватает нашей замечательной культуры? Нашей замечательной культуры не хватает их замечательной валюты на наши замечательные нужды. А простите за эксклюзивный вопрос, а что сейчас у нас все министры в таком виде? Нет, почему? Вот министр финансов, тот вообще без портфеля. Сегодня к нам, как всегда, пришла элита, сгущенные сливки нашего общества, представители нашей неистребимой культуры и нашего неоспоримого искусства. Мы рады их видеть в нашей бане. В конце концов, народ должен знать своих героев не только в лицо. А сейчас к нам на сцену выйдут наши спонсоры и меценаты. Без них наша культура могла бы погибнуть. А так наше искусство погибнет с их участием. С точностью до миллилитра. Баня Империал. Господа, каких-то 5-6 лет назад наше искусство только и делало, что принадлежало народу. Но эти проклятые времена прошли. Правильно, теперь искусство принадлежит спонсору. Лично я уже вложил $10 в Голливуд. А я 10 рублей в узбек-фильм. Внушное время, внушное место. Турбосервис. А у нас новый гость. На помывку прибыл дважды бывший краснознаменный ансамбль бывшей советской армии. Исполняются бывшие любимые песни бывшего советского народа. Музыка Шайковского, слова Шаинского. Банно-прачечная оратория. Мы все одна шайка, нам всем теперь лейка. Эпиграф. От помывки станут все светлей. И слоны, и даже негры в Сенегале. Очень зря повсюду на земле нас советской армией пугали. Калин, камалин, камалин, камая сато ягода калин, камалин, камая. La 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 la
А теперь начинаем торжественную часть. Приступаем к кульминации нашей номинации за выдающееся произведение в области киноискусства. В киноискусстве пусто! За талантливое произведение в области литературы. В литературе ничего! За сносное произведение в области архитектуры. В архитектуре все снесли. За хоть какое-нибудь произведение в области музыки. Есть! Есть! Большой симфонический оркестр. Слава богу, весь большой симфонический оркестр просим на сцену. Это и есть большой симфонический оркестр? По нынешним временам достаточно большой. В других вообще все разбежались. А мы еще держимся. Ну ладно, Моцарт, 40-я симфония. Кстати, Сеня, там после 25 тактов рекламная пауза тысяч на 15. Они нас не спасут, но и не унизят. Ну ладно, поехали. Эх, напрасно я сказал «поехали». И он меня неправильно понял. И он уже садится в поезд «Москва-Европа». Я, конечно, не специалист. Но когда культура пакует вещи, чтобы уехать от народа, кто-то должен дернуть стоп-кран, иначе наши дети никогда не узнают, что такое хорошо, а что такое плохо. Мы отстали от поезда, господа. Мы отстали. И все-таки Моцарт, 40-я симфония с 5-й цифрой. Разобраться сегодня так сложно, что же плохо и что хорошо. Мы отстали почти безнадежно, и последний наш поезд ушел. Стучат его колеса по судьбам вместо шпал. Он весь знак вопроса. Мы не знали, как путь этот сложен, и теперь в лабиринте кружим. Мы догнать этот поезд не можем, только все же бежим и бежим. Мы сами не умеем, а вместе не хотим, но повернуть не смеем. Только знаем, не поздно, не рано, во Всевышний отмеренный час. На дорогу, ведущую к храму, вера в лучшее выведет нас. Да, мы верим, не поздно, не рано, во Всевышний отмеренный час. На дорогу, ведущую к храму, вера в лучшее выведет нас. Спасибо. Последними свое домашнее задание, внимание, Ермольник, показывает команда КВН «В джазе только девушки». Ах, это сладкое слово! Женщина! Женщина! Это не слово, это музыка! Женщина! Это самое лучшее, что есть в жизни! Женщина! Все, что есть самого худшего в этой жизни, женщина. Это не слово, это какой-то сквозняк. Женщина! Какое-то шипение на сковородке. Женщина! Женщина! Благодаря им люди рождаются, умирают, пишут стихи, протоколы. Именно им мужчины обязаны восторгами любви, грязными скандалами, секундами вдохновения, неделями запоев. Женщина! Это такой маленький клубочек нервов, немножко похожий на ежик. Все время бухтит и царапается, но другой альтернативы нет. Есть женщины в русских селениях. Их знает и любит народ. На кухню такая не влезет, но в избу, пожалуй, войдет. Точно, Вова! Вот у меня было, понимаешь, получил квартиру, комнатка во, жена во.
Дима, закрой дверь. Хорошо. Дима, открой форточку. Хорошо. Дима, а у нас скоро маленький будет. Хорошо. А почему маленький? Да потому что большой здесь не поместится. У людей квартиры, дачи, машины, а у нас что? Ну как что? Кот где-то был вот. С котом жил, с котом и умрешь. Я со своими круче разбираюсь. Вот, смотри. Вова, ты меня разлюбил? Я тебя разлюбил. Ну ты подумай. Ну Мишкам-то своим прикинь. Как я мог успеть тебя разлюбить? Ведь мы же расстались 4 часа назад. Ну ведь я же была у тебя вчера. Как быстро летит время. Самое главное, не расстраивайся, ведь ты же знаешь, в твоем положении тебе нельзя волноваться. В каком положении? То есть как? Ведь всем известно, у нас ведь скоро будет референдум. Как это пошло! Ваня, ты знаешь, а я вот женюсь-женюсь, и все в холостую. Ну, наконец-то мы с тобой развелись. Ты знаешь, Танюша, мне на самом деле немножко жаль, что мы с тобой уже не женаты. Это почему? А я бы с таким удовольствием еще бы раз с тобой развелся. Нет, ну я не могу просто так с тобой расстаться. Ну скажи мне что-нибудь грубое. Не могу. Ну скажи хотя бы, что ты меня не любишь. Я тебя не люблю. Ну, нифига себе, какую гадюку я пригрела на своей груди! Да на твоей груди какие только гады не грелись! Дима! А у меня больше не было женщин. Ну и дурак. Слушай, ну почему они все от меня уходят, а тебя все любят? А у меня ноги стройные и рисунок губ правильный. Слушай, ну как ты с ними знакомишься? Они ко мне теперь на работу сами приходят. Как? Прям туда к тебе? В канализационный люк лезут? Милый, я ведь теперь в шоу-бизнесе работаю. А шоу-бизнес – это серьезные люди. Это крутые дела, понимаешь? Владимир Васильевич, вы нас разлюбили? Нам негде репетировать. Как вы там с ними договаривались-то? Нас опять выгнали с лестничной площадки. Говорят, никакой аренды не было. То есть как это никакой аренды не было? Но они у меня еще за это заплатят. Спокойно, девчонки, спокойно. Завтра у вас будет лучшая площадка Москвы. Все нормально, все ништяк. Репетировать будем прямо здесь. Отдыхайте. Слушай, Вова, здорово, а? Возьми меня к себе в шоу-бизнес. Ну, а что ты умеешь? Я пародистом могу, животных пародирую. Вот слон. А еще что-нибудь? Еще деревья могу пародировать. Вот смотри. Что это? Елка. И все? А! С дуплом. Стой, время. Пол восьмого. Кажется, успел. Что это было, Вова? Запомни, в шоу-бизнесе главное, чтобы тебя заметили. Заметят, будешь писать на заказ. Конечно, придется заключать сделки со своей совестью. Вот, недавно написал рекламную песню. Руслан Имраныч, как много ласковых имен. А вот другой заказ из противоположного лагеря. Руслан Имраныч Хасбулатов, когда его совсем не ждешь. Но иногда получается, конечно, написать и для души. Ельцин, ты не такой, как Хасбулатов.
Отлично, отлично, девчонки! Ура! Что, завидуешь? Завидую. Хочешь тоже крутить девчонками? Хочу. Могу на карусель устроить. Будешь вертеть ими, как хочешь. Не поможет. У меня другие проблемы. Ты мое наказание, ты любви идеал. Я спешил на свидание, я тварены срезал. В переулке я встретил двух спортивных ребят и отдал все на свете, чтобы увидеть тебя. Ты ушла с другим, но все, я ни слова не скажу. Руки на себя наложу, а быть может наложу. Лезу в петлю, вот увидишь, я сегодня поутру. Если ты меня не вынешь, тот же вечер я умру. Ты, горе мое, луковое. Ну как, Вова? Вовка! Что с тобой? Вовка! Ой. Ну как? Плохо. Ты думаешь, я не вижу, как я живу? Вся эта дешевая суета, все эти девочки. Ты знаешь, что я надумал, да? Владимир Васильевич, вы нас разлюбили. Да, Дима, мы же люди, мы же человеки. Дим, жить надо на всю катушку. Вова! И любить, что было сил. Выпьем стоя между кружкам, милый, ты нас разлюбил. Чисто ласточка с весною, в небе солнышко кружок. И не важно, что такое, вроде хорошо. Скажем честно, без подвоха, если честно, все тут плохо, а нечестно, очень хорошо. Хорошо поют солдаты, детям снятся сны. Хорошо, когда невест вывозят из страны. Но зато из-за границы к нам опять вернулись птицы. Просто птицам деньги не нужны. Коньячком и сервелатом, да еще с любимым рядом, это очень-очень хорошо. Спасибо. Никуда не деться, уважаемые друзья нашего клуба. А так все хорошо было до этого момента. Леня прав, абсолютная, тем не менее, максимальная оценка конкурса «Домашнее задание» 7 баллов. И я попрошу судей показать оценку первой команде, которая первая показывала домашнее задание. Команда КВН Dream Team. 7, 7, 5, 7, 6. Пожалуйста, оценки за домашнее задание команде КВН парни из Баку. 6, 7, 5, 6, 6.
И еще одни оценки. Оценки в команде в джазе только девушки. Домашнее задание. 5, 5, 4, 5, 5. Я думаю, что, судя по реакции зрительного зала, мы разошлись с вами в оценках. Но поверьте, что я вот лично гораздо строже веду себя, когда сужу театр, чем сегодня. Я сегодня была счастливым зрителем, действительно счастливым, потому что это было, по-моему, прекрасно, то, что мы сегодня видели. Это было весело, находчиво, умно и немножко даже грустно в конце, что, мне кажется, только прибавило к этой игре, потому что вот этот объем, который достигли, по крайней мере, две команды в последнем задании и чуть-чуть взгрустнули, это было, мне кажется, очень хорошо. Девочки, это очень трудно противостоять мужчинам. Я это знаю, как никто, наверное. Вы молодцы, что вы взялись за это дело. И у вас наверняка получится. Но на сегодняшний день, мне кажется, мы не обидели вас, а просто сказали вам, вы молодцы, что вы начали, что вы взялись. Мы верим в вас. И думаем, что на следующем этапе вы обязательно победите. Будьте счастливы всем. Дорогие друзья! Дорогие друзья, после того, как сейчас прозвучит итог, я обычно никогда ничего не говорю, я говорю «до свидания», на это все заканчивается. Сейчас прозвучит итог, и я попрошу разрешения сказать несколько слов. Итак, пожалуйста, итог. За домашнее задание команда «В джазе только девушки» получает 4,8 балла. Парни из Баку – 6 баллов. Dream Team – 6,4. Итого, «В джазе только девушки» – 17,6. Парни из Баку 18,4. Dream Team 18,8. Дорогие друзья, дорогие команды, минуточку, послушайте меня, ладно? Секунду. Сейчас мы будем ликовать. Я за все долгие годы, что я веду КВН, я никогда ничего не судил публично. Все, так сказать, внутри. Имею право. И вовсе не хочу ничего сказать против того решения, которое приняли сейчас судьи. Но я сейчас хочу вспомнить, что я все-таки президент клуба веселых и находчивых, если позволите. И вот на ближайшие 3 минуты, 2 минуты, что я буду говорить, ввести такое президентское правление. Значит, это не конфликт исполнительной власти с законодательной. Это просто 3 минуты президентского правления, а потом опять демократия. Стало быть, в эти 3 минуты я, как президент клуба веселых и находчивых, подписываю еще одну путевку сегодня в полуфинал, 3-ю сегодня и 5-ю в этом сезоне. Хотят они воспользоваться этой путевкой, не хотят воспользоваться, но, по моему мнению, и команда «В джазе только девушки» имеет право в этом сезоне выступить в полуфинале. А дальше, дорогие друзья, президентское правление закончилось, дальше опять демократия. До свидания, до будущих встреч. Будем ждать мы с нетерпением встречи.